Алиса сейчас откопала рыбёху из этого, из песка. Иди покажи, Алис. Подумала, камень. А это рыба. Давай. Мы приехали на Качан. Сейчас около 8 утра. Отлично. Красота вообще. Шикарная красотища. А пляж без камней, он сейчас подальше. Я, правда, еще не заходила в наш домик, но территория отеля мне очень нравится, она большая, и здесь выход прям к морю, то есть завтракать можно на море. А сам как бы пляж хорошим песочком, он, видите, подальше, ну тут пройти немного. Там вот есть пятизвездочный отель, мне сказали, хорошая детская площадка, на которую, с которой не гоняют. Большая территория вот такая зелененькая. Много вариантов размещения. У нас стандартное бунгало. Сейчас посмотрим. Оно как бы самое простое. К сожалению, это было единственное не забронированное жилье, которое я нашла на море. И в этом отеле оно единственное было свободное. Все покруче места, они заняты были. Стандарт бунгало. 2400 бат за 3 ночи. Так, давайте посмотрим наш номер. К сожалению, он не выходит окнами прямо на море. Это я так думаю, что был бы вариант подороже. Но и таких номеров уже не осталось в наличии. Очень все скромненько, как и подозревалось. Ну и как бы и ладно, нам главное, чтобы на море были. Вот, к сожалению, тот отель покруче, который я хотела, который мне сразу понравился, его сразу и увели. Что-то свет вообще не включается. И тут замечательная возможность слива, вот такая вот, ну как бы вот либо краник, либо вот сюда можно сливать душек. Очень все по островному, зато большой холодильник. Вот такой вот номер, очень скромно, но и цена соответствующая, потому что я хотела снять номер за 4600, а это за 2400, то есть в два раза дороже. В принципе, меня все устраивает, главное хороший пляж, инфраструктура, а здесь мы просто поспи. Да? Как тебе? Все. Все хорошо. Нормально, да? Да. Ну и хорошо. Давай переоденемся. Так, все, мы собрались на пляжик. Все вещи собрали для пляжика. И идем в сторону, получается, где нет камней на нашем пляже. Видите, сегодня большой отлив. По сути, если приливает прямо на то место, где я стою, то здесь уже можно купаться. Вот, но так как сейчас отлив, то камни, они ближе получаются, и надо в другое место идти. Вообще здесь шикарно, Алиса в восторге от того, что здесь можно кучу всего, всяких ракообразных ракушек, все посмотреть, и чувствуется такое хорошее единение с природой основательное. Готовься. Так, мы приехали.
приехали на экскурсию. Еще не приехали, приехали на пирс, чтобы отправиться на экскурсию 4 острова. Мы, я думаю, на корабле будем одни европейцы. А тайцы вообще все полностью одеты. С ног до головы, чуть ли не в гидрокостюмы. Сейчас мы идем по знаменитой деревне рыбаков. Мы тут как-то ужинали. Здесь вот это вот все построено на свае. Ну, в общем, очень туристическое место. Ничего особо необычного вы здесь не найдете, если честно. Здесь, по-моему, мы кушали, когда первый раз приезжали на качан. Так, с нас взяли 200 бат за вход в национальный парк. Что-то народу на нашей лодке будет, конечно, миллион. Больших, ну и вообще он самый популярный водопад, клуб, потому что он находился всего пару минут езды от нашего пляжа. Мы еще не зашли на территорию, здесь перед ресепшеном, так сказать. Смотрите, какая здесь вода и сколько здесь рыб. Это не те рыбы, которые кусают. По чуть-чуть. Парка. Вот 200 бат сюда. За Алису тоже взяли 100 бат. Здесь очень красиво, как в принципе по всему Качангу. Полное погружение в джунгли. Рыбок мы вам уже показали. А здесь какая-то смотровая площадка. Очень популярный, очень оборудованный такой водопад. Все для людей. Здесь есть рейнджеры, которые смотрят за порядком. Если что, там спасают. И сейчас нас ожидает прогулка по джунглям, где-то порядка 1 километра. Ребенок через джунгли бежит. Мы еще идем до водопада 800 метров вот по таким вот джунглям, камням, воде. В общем, круто. Настоящее приключение. Алиса, тебе нравится? Алисе очень нравится. Так, мы дошли до водопада. На самом деле крутой. В сезон все водопады на Качанге пересыхают. Поэтому, если вы хотите увидеть что-то вроде этого, то, пожалуйста, на Качанг вне сезон. Водопаде час. Сейчас идем обратно. И уже народу поприбавило. Сейчас 11:30. Народу уже намного больше стало. Так что идите пораньше. Водопад работает с 8.